улица Дамбовая на острове Зеленом. Вот такая дорога. Нечищенная абсолютно. Как по ней проехать почти невозможно. Два общества находятся: Труд и Мичуринец. Наверняка сдают деньги садоводы на чистку дорог. Но, к сожалению, по назначению эти деньги, судя по всему, не доходят. Людям приходится идти вот так вот по дороге, подвергая себе опасности. Вот, а машины едут тоже аккуратно, чтобы их не занесло. Может быть, тут обратить на это внимание уже, потому что опасность составляет, конечно.